Татьяна Васильева сделала откровенное признание. Актриса удивила своих поклонников откровенными фактами. Звезда фильма, самая обаятельная и привлекательная Татьяна Васильева, отлично зарабатывает в кино и в театре. Актриса призналась, что 3 миллионов в месяц ей хватает для того, чтобы обеспечить свою семью. Однако на себе артистка часто экономит, предпочитает отдать заработанные детям и внукам. При этом Васильева очень сердобольный человек. По воскресеньям она ходит в церковь и подает милостыню тем, кто просит.